все-таки успел мяч зацепить и тем самым сбил вместе скорость. Макси. Хайнце. Маскерано. Хайнце. Тевис. Здорово. Дальше что? Ничего. А можно пробить. Тевис. Фантастика. Фантастика. Изумительный мяч забивает Карлос Тевис. Как из пушки в дальнюю девятку бьет аргентинец. Сейчас никаких вопросов. Фантастический гол забивает Тевис. И по большому счету этот гол сделал он сам себе. Не получилась передача острая между двух защитников. Мяч отскакивает к нему и, не раздумывая, одно касание направляет мяч в девятку. Какие могут быть вопросы в этом эпизоде? Никаких. Поздравляет Диего Армандо Марадона Карлоса Тевиса. Но они... такое впечатление, что это Тевис Марадоне родственник, а не Агуэро. Давайте мы еще раз посмотрим. Раз, два... и затем удар чудовищной силы. Я думаю, что роста вот здесь тоже не хватило немножко Пересу. Будь он повыше сантиметров на 10, может быть, сумел бы дотянуться. Как вы думаете, Дмитрий? А мы посмотрим. Рядышком, рядышком. Но удар блистательный Карлоса Тевиса. И мяч летел по дуге. Вы обратили внимание, что, ну, должны...